Урок мужества провели в Новохаритоновской школе номер 10. На встречу к старшеклассникам приехал участник СВО. Я хочу, чтобы ребята впитали те традиции, те принципы, которые заложены нашим старым поколением, нашими фронтовиками. Валентина Афанасьевна подчеркивает, подобные мероприятия для учеников в школе проходят часто. Такие встречи очень ценны. Мы занимаемся особым образом вот, патриотическим воспитанием и на сегодняшний день видим свою главную задачу – донести до детей все то, что происходит сегодня вот на тех боевых, в тех боевых действиях, которые есть у нас на СВО. Я счастлив, то, что меня слушают. Вот. Сидят все тихо и смотрят на меня. Для меня это большая честь. Вот. Наверное, самый большой раз, который я вот испытываю. Важно, чтобы наше подрастающее поколение воспитывалось в духе патриотизма. И любовь к родине, товарищам, была в каждом гражданине Российской Федерации. Патриотическим воспитанием мы всегда занимались. Да? Наши вахты памяти, наши даты в победе в Великой Отечественной войне, в битвах самых различных. Да? Патриотическое воспитание, оно, в общем-то, всегда во главе угла воспитательной работы в школе. Директор школы сделала акцент на том, что данный урок мужества вызвал искренний интерес у ребят. Мальчишки 8 класса, это мальчишка 8 класса, другой мальчишка 9 класса, он подходил, сжал руку, обнимал, благодарил. Поэтому я это чувствую, я это понимаю, и мы должны просто это делать изо дня в день и не уставать об этом говорить. Екатерина Морозова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин, Раменское телевидение.